Я видел, как по Саут-Порт-Авеню шел пацан. Где-то в 2:45. В 2:45? Да, в 2:45. Дебил. Иэн, подойди-ка. Папе нужно алиби на очень давний день. Я, Карл, не могу. Бев говорит, ее рабочая машинка горит. Бев. А мне можно? Нет, Карл, у тебя рак. Собирай манатки, мы уезжаем. Сорок семь, 48, 49, Галлагер, 50. Готов? Мир. Мы увидимся, Брюс Дженнер. Брюс Дженнер был крутым, так что идите нахуй, спасибо за комплимент. Не слушай их. По-моему, ты поступил мужественно. Когда пройдут 72 часа и 1 секунда, я расстегну твой ремень. От тирании и гнета, само собой. И ты все это съешь? Нельзя за лето терять форму. Я теперь курсант Капрал. Мы устраиваем адскую неделю. Скорее бы уже помучить этих зеленых сосунков. Эспрессо? Это куплено на деньги с продажи мета? Да. Тогда нет. Здоров. Ну чё, как жизнь? Забыли, что было на прошлой неделе? Неудивительно. А чё вы ждали, покурив дешевой ганжи? Зато канадская травка ничего такая.